новостройка многоэтажная, сейсмически укрепленные дома, много железа в стенах, поэтому будут нюансы. Как подключить телеприставку и настроить прием цифровых каналов? Обучение руководителей волонтерских движений провели сотрудники агентства по информатизации и связи Камчатского края совместно со специалистами РТРС. Среди слушателей пошаговой инструкции и координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Орлова. Доступ к нашим замечательным ветеранам у нас уже есть. И ввиду того, что мы их и так посещаем, мы с удовольствием подключимся в работу по подключению и перехождению, да, на цифровое телевидение. Но также будем включаться активно в деятельность по сигналам от администрации ПКГО и также и других муниципальных районах, где существует наше движение. Напомню, полностью переход на цифровое вещание в России, в том числе и на Камчатке, произойдет 3 июня этого года. До этого времени необходимо приобрести специальную приставку и антенну. Чтобы настроиться на цифровое телевидение, нужно для начала узнать, какого года выпуска ваш телевизор. Если ваш телевизор 12, 14 или позже, скорее всего, он поддерживает ДВБ-Т2. Если вы не уверены, посмотрите, пожалуйста, сзади на наклейке на телевизоре или в руководстве по эксплуатации латинскими буквами ДВБ-Т2. Помимо технической части перехода на цифру, обсудили и организационные моменты. Для помощи жителей полуострова будут задействованы порядка 150 добровольцев. Оставить заявку на подключение и настройку оборудования с 1 апреля можно будет, позвонив на горячую линию по номеру телефона 8 800 220 2002. Край в целом к переходу готов. Оказываются дополнительные меры социальной поддержки граждан, которые находятся вне зоны охвата и в зоне охвата цифрового телевидения. В зону охвата цифровым сигналом на полуострове не попадают 28 населенных пунктов. Их жители подключат к спутниковому вещанию. Кроме того, для отдельных категорий граждан предусмотрено приобретение, доставка и установка комплекта спутникового телевидения за счет средств краевого бюджета. Такую меру поддержки правительство Камчатского края разработало одним из первых в стране. Для получения материальной помощи на покупку комплекта спутникового телевидения гражданам необходимо обратиться к главе муниципального образования с заявлением установленного образца. Лиса Латыпова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».